боковые треугольники, не на фронтальные же, а на боковые, из того же самого положения. То есть мы берем то же самое положение. Жейка делает мост, выходит. Вот это вот положение, да? Что мы делаем? Первое. Мне здесь уже не нужно очень сильно на него наседать. Вот здесь вот. Что я делаю? Первое. Я прихватываю вот здесь вот его за пояс, потому что мне нужно больше. Я тяну. Дальше. Я ставлю ногу. Просто ставлю. Сейчас в этом положении. Просто ставлю. А теперь начинаю заваливаться вот туда. Не в бок, а вот туда. Моя задача перевернуть его максимально, и чтобы вот эта нога оказалась там. Видите? Вот что происходит. Дальше. После того, как я его перевернул, первое лучше всего, что сделать, это все-таки взять какой-то контроль типа фигуры. А вот отсюда уже дальше работать. Замок у меня там просто обычный есть, я как бы контролирую, хороший контроль. А вот отсюда уже после этого я начинаю что-то делать. Например, прихватываю его руку, натягиваю, разворачиваюсь, закрываю замок и отсюда начинаю его пушить. Еще раз. Раз. Вышел. Первое. Все, мне здесь уже не нужно прижиматься для того, чтобы переворачивать. И все, мне наоборот нужно пространство. Я прихватываю пояс. Это мне нужно для того, чтобы я мог его тянуть. Тянуть я буду вот туда. Но при этом я сначала ставлю ногу. Все, я начинаю падать вот туда, не в бок, а вот туда. Почему вот туда? Потому что мне нужно, чтобы он на плечо ушел, чтобы он максимально перевернулся. Видите? У меня замок. Дальше, первое. Я беру хороший контроль, потому что, ну, я отсюда, может, у меня не получится закрыть замок, тогда я отсюда смогу выйти на тяну. Но сейчас мы говорим о треугольнике. То есть хороший контроль. Дальше, если мне нужно, я подтягиваю руку. Теперь мне нужно закрыть вот этот замок. Для того, чтобы мне удобно было закрыть замок, я перекручиваю, закрываю, а теперь возвращаюсь обратно. Если вдруг что-то идет не так, и я чувствую, что я не могу закрыть замок, тогда отсюда я, в принципе, могу перекрутиться на фигуру. Еще раз. Сейчас про треугольник речь. Раз. Ногу опять отставил. Начинаю грузить. Прихватил пояс. Ставлю ногу. Перекрываю его руку. Начинаю падать вот туда. Тяну его за собой. Беру замок. Первое. Беру контроль. Хороший контроль. Все. После этого я уже начинаю думать, что мне нужно. Если нужно, я прихватываю руку. Подтягиваю. Теперь мне нужно закрыть замок. Вот это, для того, чтобы закрыть замок, мне нужно перекрутиться. Я перекручиваюсь, закрываю, возвращаюсь обратно. То же самое, но мы идем в другую сторону. Начало все точно такое же. Женщина пытается уйти, спасает контроль, проходит в одну ногу. Вот. Что я теперь делаю, смотрите. Я теперь не этой рукой беру, а вот этой рукой. И моя задача, что сделать? Я своей ногой его зашагиваю, захлестываю, а дальше начинаю тянуть. Для чего? Мне нужно вторую ногу высвободить вот сюда. Для этого я вот эту ногу вытягиваю. Еще раз. Вот она позиция. Да? Дальше что я делаю? Я зашагиваю и начинаю ее тянуть, 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 для того, чтобы высвободить вот эту ногу. Дальше, теперь я сажусь рядом с ним, но я не падаю на плечо, я остаюсь на локте. Вот так, вот так. Для чего? Или вообще на руке, для чего это нужно? Для того, чтобы я мог второй рукой дотянуться вот до этой ноги и подтянуть ее вот сюда. То есть моя пятка должна быть у него вот здесь вот, в районе плеча, то есть в районе заднего ручка, дельки. Как только я подтяну, я закрываю. Все. А после этого я иду к нему и зажимаю замок, сжимаю дальше. То есть опять же моя задача закрыть замок сам. Раз, раз, раз. Дальше второй ногой зацепляю.
Достаю, начинаю руку тянуть, тянуть. Ну что, вытащить вот эту ногу. Видите? Дальше. Сажусь рядом с ним, но не падаю полностью. Остаюсь либо на локте, либо на руке. Прихватываю, прямо рукой прихватываю, тяну вот сюда. Все, опять пятка, колено рядом, значит я могу закрыть. Закрываю. Падать никуда не нужно, я наоборот поднимаюсь, иду к нему и сжимаю ноги. Всем обратите внимание, вот эта нога вообще может стоять на полу. Для упора. Вот эта, которая закрывала замок. Еще раз. Раз. Начинаю тащить, 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 тащить. Вытащил. Сел. Вот. На локоть. Не на плечо. Дальше. Вот этой рукой. Подхватываю ногу, тяну. К его подмышке, к его плечу. Дальше. Закрываю. А теперь иду к нему. Если вдруг по какой-то причине что-то пошло не так, или он начал крутиться, Жень, нормально? Если вдруг что-то пошло не так, или он начал крутиться, я прихватываю ногу, переворачиваю и оказываюсь в той позиции, которую мы делали перед этим. Которую мы делали перед этим.